состоянии довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Отлично сыграно, надо решать. Thank you.
часто топнулись. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Подали мяч с углового. Великолепное спасение с такой-то дистанции. Удары вообще редко отбиваются. Попасть на и подает в штрафную. Может получиться интересная атака. Две минуты. Блестяще сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Ставит корпус, укрывает мяч. И как опасно. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали! Ибрагимович. Watch.
случае, когда полевой игрок может взять мяч. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Нет, не дошел этот пас. Это может быть опасная атака. И вратарь забирает. Минут играть осталось. Здорово награть в пас. Посмотрим за этой атакой. Подача, Чемиач. Ну что сказать, голище. Навес получился просто на заглядение. Хороший гол получился после вот такого навеса. В этом моменте и подача, и завершающий удар. Все было блестяще. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ну что, может быть навес? Самое скандальное. Руфье. Рул. Пока неплохо. Это что? Хорошо увидел.